Конгрессу глав нефтехимических ведомств России и ОМАНа. Уважаемые дамы и господа, мы с моим передать ему слово. Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединенными Штатами многие вопросы, связанные с развертыванием инфраструктуры Альянса прямо вот на границах с Российской Федерацией в случае с Финляндией, но и совсем близко от наших границ в случае со Швецией. Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены, соответствующие меры. Мы знаем, какие это меры и как их реализовывать на практике. Не соответствует двухсторонний уровень дружеских отношений.